Паучок, паучок, тоненькие ножки, красные кошки, мы тебе кормили, чем напоили. Надо тебе стали, а ты надо стали. Алиса, что же ты делаешь? Это же ядовитый паук! Здравствуйте, доктор! Что? Моего сыночку Никита, Никиту, укусил ядовитый паук. Посмотрите, что с ним? Хорошо. Здравствуй, малыш. Доктор, ну что, нужен полный осмотр? Да, нужен полный осмотр. Хорошо, доктор, начинаем. Послушайте. Договорились. Дышите. Не дышите. 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 Не дышите. Ой-ой-ой. Надо прописать сначала. Давайте сначала посмотрим ему ушки. Что там с ушками, доктор? Скажите. Там красные пятнышки. На ушках красные пятнышки? Да. Понятно. Доктор, ну что вы скажете? Как эта болезнь называется? Это краснопятие. И что нужно делать, доктор, в таких случаях? Надо готовить противоядие. А вы принесли паука, который укусил вашего малыша? Да, доктор, я его придавил ногой и убил, но взял с собой тело. Сейчас покажу. Вот эта баночка с пауком, смотрите. Вот он здесь, этот мерзкий паук. Вот, это правильно. Нужно всегда, если вдруг кого-то укусило ядовитое животное, его желательно принести с собой в больницу, чтобы доктор знал, какое противоядие против него нужно. Что это за паук, доктор? Просто ядовитое противоядие получилось. Это зеленый паукан. Он очень ядовит. Как вы говорите, зеленый паукан? Да. Как страшно. Ну и что же теперь делать? Надо укол. Надо приготовить укол. Укол прямо желательно в попу. Укол прямо не работает, если не в попу. Поэтому укол в попу. Ясно, доктор. Ну что, готовим? А что нам для этого нужно, доктор? Вот это. Вот это. А что мы этим будем делать? Доставать. Достаем паука. О, осторожно, доктор. И что ему нужно сделать, пауку? Мы ему будем резать лапки. Хорошо, доктор. Давайте. Держите крепко, доктор, а то я его боюсь. Раз. Два. А, как сложно. Добавляем лапки паука в нашу вакцину. Так, этого достаточно, доктор? Это... Достаточно. Хорошо, доктор, давайте вернем его в банку. Малыш, не плачь, тебе сейчас полегчает. Тебе добавляем компот. Еще зеленку. Добавляйте, доктор. Вам помочь, доктор? Да, помочь. Хорошо, доктор, вы берите ложку и будете перемешивать. Оп, мешайте, доктор, вакцину. Шприц. Возьмите шприц, набирайте, доктор. Папе покажите вакцину. Папе ребенка. Вот она. Хорошо, доктор, что теперь делаем? Укол? Да. Доктор, я его готовлю. Доктор, я сейчас его приготовлю. Оголяем попу и будем делать укол прямо в попу, чтобы малыш поправился. Да. Ну что, попа готова. Протирайте, доктор. Ваточкой. Колите. Надеюсь, это поможет. Конечно, поможет. Раз. Все. Укол прямо в попу сделан. Правда, доктор? Он даже храбрый. Он храбрый, он даже не заплакал, ваш малыш.
Это ему точно поможет, доктор? Конечно, поможет. Ну и отлично. Не играйте с волчками, это очень...